«Природа, созидающая нас». Выставка, приуроченная Году экологии в России, открылась в Крымском краеведческом музее. Первыми ее посетителями стали учащиеся городских школ. Ребятам провели внеклассные уроки, рассказывающие о воде, растениях, животном мире и экологической безопасности. Байкал, слышали, наверное? Ребята, это самое красивое место, одно из самых живописнейших мест в России. Цель проекта – формирование эстетического воспитания мира через природные художественные образы, стремление к сохранению природного богатства и наследия. Экспозиция знакомит с животными и растительным миром нашего региона. В большой панорамной витрине можно увидеть зверей, птиц, насекомых и следы жизнедеятельности животных. Сегодня, живя на нашей прекрасной планете с таким нежным и певучим именем Земля, мы понимаем, что происходят очень большие изменения в природе. Погода нам каждый день диктует свои условия. Теперь уже погода зависит не от того, как мы прочитали по календарю народному, а она, независимо от того, хочет человек это или нет, она диктует свои условия. Вот именно поэтому этот год объявлен годом экологии. Именно поэтому Крымский краеведческий музей взялся за эту сложную тему и очень серьезную, которая, как всеобуч, необходим каждому человеку планеты. Выставка адресована всем возрастным категориям и рассказывает о том, как богата и красива природа России. Верхний пояс музейного зала полностью посвящен природным памятникам. Здесь можно увидеть фотографии знаменитого вулкана Шуго, источника Святая Ручка и других живописных мест Крымской земли. Люди, остановитесь и сделайте все, чтобы хотя бы в таком виде природу сохранить. Экспозиция, рассказывающая о природе родных мест, продлится еще месяц. И любой желающий сможет посетить залы Крымского краеведческого музея.